Вадим не подоба, обида. Что вы там не говорите, а на взрослых я в обиде, потому что эти взрослые самые несносные. Откровенно вам признаться, лучше с ними не встречаться. Утром, бодрый и веселый, я идти собрался в школу. Францы книжки и тетрадки, лифт на лестничной площадке. Перед тем, как вниз спуститься, захотелось прокатиться. Нажимаю на 9-й, лифт открылся на 7-м. Строгий дяденька усатый говорит: «Сведу в домком». Надо же весеннее испортить настроение. Из подъезда выбегаю, у подъезда вот беда. Повстречал девчонку Галю. Всем известно, я беда. К фартуку букет прижала, бант, как два воздушных шара. Не глядит, воображала. Дерг за бант с досады я. Тут же слезы в два ручья. А плакать-то не хочется. Не слезы, а обман. Подошла уборщица. Экий хулиган! От таких в пути морок, опоздал я на урок. Не остыв еще от пыла, объясняю все, как было. Придал рассказу грусти я, учитель аж поник. Я думал от сочувствия, а он: давай дневник. Конечно, эти взрослые все как один, несносные.